я решила внедрить в этот спидпейнт, если можно так сказать, да, истории. Так что слушайте. Короче, мы с папой заходим в магазин. Я беру себе прокладки, тампоны. Кладу как бы на кассу. Там такой маленький магазинчик, типа киоска. А хозяин этого магазинчика, он как раз сам стоит на кассе. И получилось так, что он как бы наш сосед, и он с папой моим хорошо знаком. Папа начинает это все оплачивать, а сзади нас стоят какие-то два мальчика. Мальчика. И как бы видит, что мой папа покупает а-ля тампоны и прокладки. И начинают жестко смеяться с этого, прям что-то стебать. Папа, естественно, это видит, слышит. И вот этот вот хозяин тоже, который пробивает, это все слышит и видит. Мой папа начинает говорить вот этому хозяину. Молодые еще не в курсе то, что месячные не только у девчонок идут. Это хозяин ему отвечает. Как у них много открытий еще впереди. Мы тоже были такими же наивными. Господи, вы не представляете, как мне было трудно сдержать смех. Эти пацаны просто в такой ступор встали. Они просто не знали, что думать. Сидит в кафе русский, полдничает. У него на столе лежит бутерброд с вареньем, мюсли. К нему подходит американец и, жуя жвачку, спрашивает. А вот вы русский хлеб целиком едите? Русский отвечает. Конечно, а что? Американец надувает пузырь из жвачки, лопает его и говорит. А мы нет, мы, американцы, едим только мякиш. А корки собираем в контейнеры, перерабатываем их, делаем из них мюсли и продаем в Россию. Русский молчит. Американец снова надувает пузырь из жвачки, лопает его и спрашивает. «А вот вы, русские, бутерброды с вареньем едите?» Русский отвечает. «Конечно, едим!» «А мы нет, мы, американцы, едим только свежие фрукты, семечки, кожуру и всякие там огрызки. Мы собираем в контейнеры, перерабатываем, делаем из них варенье и продаем в Россию». И довольно опять надувает пузырь и лопает его. Русскому это, наконец, изрядно надоело, и он спрашивает. «А что вы в Америке с презервативами после использования делаете?» «Американец. Выбрасываем, естественно». А мы, нет, мы русские, собираем их в контейнер, перерабатываем, делаем из них жвачку и продаем в Америку.